мы сыграем для вас вальс «Метеор». На сцене «Волга Фолк Бэнд» Василий Васильевич Андреев. Вальс «Метеор». Ансамбль «Волга Фолк Бэнд» – это коллектив молодых талантливых самарских музыкантов-исполнителей на народных инструментах. Он был создан несколько лет назад на базе Самарской филармонии выпускником Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреатом всероссийских и международных конкурсов Дмитрием Буциковым. Под лидерством талантливого балалаечника-виртуоза коллектив исполняет уникальную и качественную музыку. Она отличается разнообразием форм совместного музицирования. Состав разбивается на малые ансамбли. В чем это выражается? Ну, каждый виртуоз, каждый может просолировать очень виртуозные композиции на наших инструментах. Также мы создаем свой оригинальный авторский репертуар. Пишем, сочиняем сами музыку, делаем инструментовки интересных композиций, чтобы, знаете, в глазах слушателей, с одной стороны, было понимание, что да, это русский народный инструмент, а с другой стороны, что это эксперимент, что на этих инструментах можем играть не только русскую народную песню, не только даже классические произведения, но и джаз. За 6 лет существования «Волга Фолк Бэнд» полюбился и зрителям, и членам жюри. Они являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов, представителями ведущих отечественных школ исполнительского искусства. Во время гастролей по Самарской области и соседним регионам музыканты не забывают заехать и в Сергиевский район. Сотрудничество с Сергиевской детской школой искусств началось 2 года назад. Тогда коллектив впервые выступил в стенах школы и вызвал немалый восторг учеников и преподавательского состава. Самарская область, ближайшие регионы России. Ежегодно мы бываем в вашем замечательном районе, в вашей замечательной школе музыкальной. На музыкальном отделении детской школы искусств на протяжении долгих лет существует похожий ансамбль. Игре на домре, балалайке и других народных инструментах детей обучает Юрий Скачков. Юные музыканты хорошо справляются с возложенной на них задачей, легко учатся и отлично играют. Но директор школы уверена, общение с профессионалами из Самарской филармонии откроет для них дверь к новым знаниям. Это шикарная возможность для наших учащихся посмотреть на профессиональную игру артистов, которые действительно уже заслужили, являются лауреатами международных различных конкурсов, фестивалей. То есть это большая для нас удача, что вот мы подружились, я думаю, с таким прекрасным коллективом. Уже мы не первый год встречаемся, то есть это уже у нас дружба длится на протяжении 2 лет. 2 раза в год мы встречаемся, и мы очень рады этой дружбе, потому что имеем возможность послушать чудесную музыку в исполнении народного коллектива. На этот раз музыканты вновь привезли уникальный репертуар. 12 музыкальных номеров, среди которых как известные произведения, так и авторские композиции Дмитрия Буцикова, не оставили зрителей равнодушными. Теперь они ждут следующего визита. Валентина Поликарпова, Дмитрий Сурков. Служба новостей телеканала «Радуга-3».